Сегодня в стенах КФУ прошла антикоррупционная акция «Не дать, не взять». Она посвящается честной сдаче сессий и формированию негативного отношения студентов к взяткам. Для этого им предлагалось сфотографироваться с мотивирующими табличками и выложить фото в Инстаграм. Обязательно при этом указать хэштеги «Мы против коррупции», «Молодежь Татарстана» и «Антикоррупция РТ». Участник, собравший большее количество лайков, получит в подарок портативное зарядное устройство. Сегодняшняя акция первая в нынешнем учебном году. Всего за 9 лет было проведено около 500 подобных мероприятий не только в Казани, но и других городах республики. В ходе этих антикоррупционных акций студентам также рассказывают о том, что делать в случае, если они столкнутся с коррупцией в жизни. У нас есть сайт, это «Антикоррупция РТ» в городе Казани. У нас также есть группа ВКонтакте. Очень многие не знают, что у нас в Конституции, в Уголовном кодексе есть статьи, связанные с коррупционной деятельностью. И не знают, например, что, столкнувшись с этим, можно обращаться в определенные органы. Все это есть на сайте.